Видеодневник песни «Старая тетради». Запись 11 января 2016 года. Выпуск 6. Сегодня я хочу спеть две песни на стихи Ольги Райхерт. Первая песня «Как жаль» или «Взгляни, как солнце ярко к октябрю». Слова Ольги Райхерт, музыка Анжелики Миллер. И вторая «Незнакомец». Слова Ольги Райхерт, музыка Анжелики Миллер. Первая песня «Как жаль». Взгляни, как солнце ярко, как октябрю, и кажется, не может быть ненастья. Последние мгновения ловлю я нашего немыслимого счастья. Вот-вот желтый лист из синевы, чуть колыхнувшись, упадет под ноги. Не в том печаль, что мы с тобой не боги, а в том, что здесь и боги не сильны. Не в том печаль, что я тобой больна, а в том, что это тоже проходящее. И не была любовь не настоящей, но просто в жизни лишняя она. И ты легко других коснешься губ, и будет мне другой тебя дороже. Не в том печаль, что мир бездушно груб, а в том, что быть и мы такими можем. Песня «Незнакомец». Легко дождем смывает случайные следы. Наверное, наверное, я знаю, что это был не ты. Наверное, наверное, я знаю, что это был не ты. Нечаянный прохожий в плаще и под зонтом. Так безнадежно, безнадежно схожий с моим нелепым сном. Так безнадежно, безнадежно схожий с моим нелепым сном. Усталым мелких каплях изящные черты и кудри, кудри из-под шляпы, и светлые мечты, и кудри, кудри из-под шляпы, и светлые мечты. Я зажигаю свечи и жду тебя давно. Как жаль, что наши встречи случится не дано. Как жаль, что наши встречи случится не дано.